Блин, ну очково, я даже не знаю, где он. И батарейки зверски быстро кончаются. Он где-то рядом, да? Ну я уже не могу так. Не, он где-то в воде ходит. Твою ты налево, только бы сюда не шел. Собака, я чё-то... Нет, не сюда. Только не сюда. О, бляха ты, муха. Я не думал, что это говно так затянется. Ладно, если что, нам бежать в ту дверь. Слушай, какой у него слух-то оказывается? Вот этот. А, он, значит, сюда сейчас пойдет? А нам куда? Нам и туда. Вот эта хрень. Давай, прячься. Собака, ёптвой, тут негде спрятаться. Пипец. И что мне делать? Уха, на чё? Пожалуйста, не надо на меня смотреть. Блин! Так, спокойно. Так, неудобно управлять немного. Неудобно управление. Ну, я имею в виду, когда он Q нажимает, так вот дергается, подползаешь, когда. Я уже заговариваюсь. А, вот, смотрите, можно было спрятаться. Там две батарейки были, да? Твою ты... Перезаряжай на всякий случай. Ёпарасете. Что будет, если он сейчас мою дверь откроет? Куда мне бежать? Он выбил дверь, как ее теперь закрою? Причем он эту выбил. Смотрите, он лазит под этот. Под диван, под кровать. Под матрас обоссаны. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давай-давай, вали отсюда, гад. Фу, ёпарасете. Нормально, чё? Штаны мокрые, ну и самое главное, чтобы не твёрдые были. Я слышу, он ходит, да? Да бери ты, ёб твою дивизию. Чё тут? Больше нет ничего. Сейчас открываю, он тут стоит, нет? Блях ты, муха, идёт. Ещё одна батарейка. Бери, ёпарасете! Блин, как он слышит? Вот я не понимаю, почему он не может просто открыть дверь? Зачем ломать? Тут не было, некуда было спрятаться. Ой, блин. Слушайте, ну он, по-моему, сюда не идет. А это значит, что нам пора выходить. Слушайте, реально. Может, давайте выйдем? Я просто боюсь. Чё за музыка? Так, ладно, давайте буду комментировать чаще. А то как-то молчу все время от страха.
Итак, я открываю дверь, его мерзкая рожа стоит прямо передо мной. Не, не лучший вариант. А, на бегу мы, наверное, можем перезаряжать камеру. Так, ладно, давайте, знаете что? Давайте сейчас, короче, выходим. Собака, блин. Не знаю, что делать. Ну ладно, выходим, короче. Потихоньку. Что произошло? Нахрена так хоп? Чё? Батарейка есть? Я не знаю, есть ли батарейка, но нам нужно и эту перезарядить точно. Хорошо, хоть какой-то зелененький свет есть вот тут вот. Так, спокойно. Я так понял, он реально все слышит, и поэтому, когда мы делаем какое-то действие, он идет сюда. Так, но в любом случае мы, наверное, знаем... Не, я вообще, честно, не знаю, куда идти. Я уже куда-то заблудился, какие-то ходы, видите, нашел тоннели, блин. Так что будем бежать наугад. Спокойно. Спокойно, не очковать. Так, спокойно. А, управление, значит. А, то, наклонить, приблизить изображение, заменить, пригнуться на туре. Клавиша. Да, отобразить документ. Пригнуться. Слушайте, а вот что такое поворот налево? Включить Е, наклониться вправо. Слушайте. Это типа среднее. Вернуться вправо, повернуться влево. Ну это типа... Когда оборачиваться или что это значит, не знаю. Графика общая. Вот тут, вот смотрите, инвертировать, левша, пригнуться, разогнуться. Что это за бред? А, ну типа, чтобы не удерживать клавишу. Ну что ж, приготавливаемся. У нас 50 на 50. Либо он открывает шкафчик... А, либо он вообще не открывает шкафчики, либо он открывает мой шкафчик. Поэтому мы берем, нажимаем F сразу. Пошел взад. Пошел в, я не знаю, куда-нибудь иди отсюда, нафиг. Нафиг иди. Мне и так очково. Смотрите, он тупой совсем, он совсем ушел. Причем двери ломает. Причем они открыты. Я вообще удивляюсь, как можно сломать открытую дверь. Не знаю. Так, ну что, он там ушел, нет? Почему из шкафчика нельзя выглянуть? Нет, знаете, мне кажется, он отходит, а музыка еще хуже начинает играть. Ну ёпрасоты, давай. И как я узнаю? Я сейчас выйду, а он там идет. Идет, что ли, ёпрасоты? Блин, ну я не знаю. Я просто молчу и шаги слушаю. Не, никого нет. А куда нам идти-то? Ёпарс, это есть. Короче, надо делать так. Блях ты, муха, а куда я спрячусь-то тут? За стол только. Так, ну чё, ждем? Блин. Вы охренели, что ли? Идиот, там открыто. Тихо. Лучше было закрыто. Ну ладно, нормально, он тупой. Батареек тут нет? Нету. Ну пошел туда. Блин, нам за ним надо идти.
Не, ну побегать, наверное, от него нам все равно придется. Ёб твою дивизию, пошел в жопу отсюда. Чё за музыка? Бляха ты муха, ёб! Так, я помню, куда бежать. Двери нет. Сюда, сюда, сюда. Давай, ёб! Так, спокойно. Срочно сигарету. Блин, у меня нет сигарет, я же не курю. Ну ладно. Ой, ну хоть какая-то... Так, он за мной не пойдет, наверное. Хоть какая-то интересная картинка. Так, вот сейчас осторожней. Нас по-любому тут никто не ждет. Слушайте, может еще раз по батарейкам пройтись? Вот две штуки, что-то как-то маловато. Что за лаги? Да ёб... Что это такое вообще? Я только начал играть, меня уже колет какой-то хренью. Я не хотел получать глюки. Блин, ну рожа у него, а я удивляюсь. Чё это такое вообще? Что с тобой сделали, объясни мне. Что это такое? Ты мне показываешь свой сон очередной. Блин, его кололи, я уверен, его очень много раз кололи. С такой рожей за границу не пустят на паспорт. Так, ладно. Загрузка какая-то тут. Чё? Мозоль на руке. Я знаю, чего. Вот странный чувак, он оставляет меня с камерой. Давно бы уже продал, я не знаю, взял бы, продал. Че это, блин, за музыка опять? Так, заметки, говорят, нам какие-то тут. Нету ни хрена никаких заметок. А! Ага, ну, ясно. Священник отец Мартин притащил меня сюда показать кое-что. Кое-что. Думаю, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Весь день. А, нет. Все здесь пошло не так из-за доктора Верники. Вот только он умер лет 10 назад. Покойся с миром, гласит кровавая надпись на стене. Где? Где? Объясни мне, где? Это граффити, мне кажется. Разве не граффити? Блин, чтобы спрятаться... Если говорят то, что можно спрятаться, значит, есть от кого убегать, к сожалению. Да, это так. Не понял, мы... Это чё? Чё такое, ёпта? Какой хитрый, он ждет, пока я выйду. А чё с чувствительностью-то опять стал? Чувак, решетка левее, дебил, блин. Подожди, а там кто-то... Нет, там никого не было. Мне кажется... Однажды, когда я вот так вот... Вот так подойду, кто-нибудь, какая-нибудь мерзкая рожа, как высветится, блин. Ёппарс. Фу, хорошо, что я был отвернут. Я не так испугался, я вообще не испугался. Так, у тебя ничего нет, да? Привет, чуваки, я вас отпежу прежде вам, чем... Я не хочу туда вниз спускаться. Есть какой-нибудь другой способ покончить жизнью, не спускаясь вниз? Тут закрыто. Ну, жопа тогда. Ну, ладно, придется к этим придуркам, блин, переть.
натуре вообще. Не, ну батарейки это какие-то. Ну что ж, чуваки, теперь я с вами! Гей на свободе! Так. Ни хрена. Да под кроватью там ничего не может. Бляха, муса. У меня же все передернуло. Короче, они ничего не должны сделать. Какие-то однополые существа. Блин, что за лаги, ёб твою? Эта игра не может лагать. Она не должна лагать, потому что... Ну как тут убегать от этих монстров?